В средневековой Европе этот город на берегу Урала путешественники знали хорошо и советовали продавать здесь полотно и приобретать слитки серебра. На многих старинных картах он обозначен под названием Сарокандо. Каталонская карта 1375 года, созданная картографом Креском, на которой изображен хан Джанибек. Среди исследователей вызывает смятение вопрос о том, что держит в руках хан Джанибек. В левой руке он держит какой-то шар. Вокруг подушки, на которой он сидит, тоже 6 шариков. Загадочные шары, обнаруженные в сарайчике, и те, что изображены на карте, могли быть чем угодно. Символом власти, древним скипетром, лекарственной капсулой. Это бомба самая настоящая. Та самая бомба, которую использовали при нападении пираты.